Брестская областная клиническая больница имеет славную историю и перспективы развития. Сейчас это около 2000 человек персонала, более 400 врачей различных специальностей и преемственность поколений. Празднование 80-летнего юбилея учреждения состоялось в Брестском областном общественно-культурном центре. Празднование юбилея собрало сотни врачей и медицинских сестер. Это хороший повод для встречи тех, кто принял эстафету ветеранов медицины и отдает себя призванию лечить людей. Самое большое достижение нас, больницы, я считаю, это то, что мы сохранили коллектив больницы. Несмотря на долгий период, потрясения, которые были, особенно за последние 5-10 лет, я имею в виду, это и 20-й год, когда мы пережили коронавирусную инфекцию, когда многое было неизвестно, когда люди уходили, многие с работы, мы сохранили ядро и в итоге сохранили коллектив. Для коллектива 80-летие – важный этап развития, время, когда учреждение здравоохранения готовится к расширению. Ведется строительство нового корпуса, модернизируется оборудование, проводятся уникальные хирургические операции и внедряются новые методы реабилитации пациентов. 25 лет, как работаю в областной больнице, нынче клинической больнице. В 99-м году пришел, и больше я никуда не уходил. Больница дает развиваться, больница дала мне стать таким, какой я есть, и помогать людям. Наша больница меняется очень быстрыми темпами, и в связи с этим у сестер, я про сестер говорю, появляются новые возможности для развития и отработки навыков, знаний, что способствует улучшению работы сестры, а главное, повышается уровень ухода за пациентами. Все достигнутое стало возможным благодаря ветеранам, тем, кто стоял у истоков создания больницы. Сложно представить, но в далеком 1944 году учреждение начиналось с 4 отделений со штатом в 36 человек. На сегодняшний день коллектив вырос в 55 раз. Когда я пришел в областную больницу в 82 году, деревья были маленькие-маленькие. И было одно здание большое, потом пристроили другое здание большое. И хочу сказать, что оснащение, инструмент, оборудование и прочее за эти вот 40 с лишним лет поменялось кардинально. Поменялось очень много, да. И каждое новое поколение, оно приходит и приносит новые знания. Можно смело оставлять больницу, есть на кого. Это люди, которые показали себя и квалифицированными специалистами, и просто хорошими людьми, врачами, которые по-доброму относятся к своим пациентам. Слова поздравлений для медицинского персонала звучали со сцены областного общественно-культурного центра. Со стороны главы государства уделяется особое внимание именно системе здравоохранения. В Брестской области осуществляет свою деятельность 630 учреждений здравоохранения. У нас 13 тысяч койко-мест. Работает в системе здравоохранения более 24 тысяч медицинского персонала. Но ведущие позиции, конечно же, занимает наша областная клиническая больница. Лучшие сотрудники больницы отмечены высокими наградами за добросовестный и самоотверженный труд. Алла Вячеславовна Подкубняк, врач-эндокринолог, заведующий поликлиникой. Благодарность председателя Совета Республики. За время работы больницы квалифицированную медицинскую помощь получило свыше 2 миллионов человек, в том числе и в период коронавирусной инфекции. Больница готовит новые кадры и уверенно движется в будущее. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнью. В зале торжеств были не все сотрудники. Значительная часть персонала, конечно, находится на дежурстве. И, несмотря на юбилейную дату, продолжает спасать жизни людей и заботиться о тех, кому нужна качественная медицинская помощь. Роман Аншес, Станислав Линник, телерадиокомпания «Брест».